Снова в кадре ножи от компании Sig Custom, и сегодня это нож под названием Booster. Как уже мы встречали и показывали ножи, то есть одна и та же модель бывает с ножными из Кайдекса в черном исполнении, где с таким тактическим настроем или наклоном, здесь видим на шлейке тиснение NC Custom, вот, и эта модель в принципе достаточно спокойная, но ножны из Кайдекса делают ее с таким легким настроем на тактику, но по сути, конечно, нож такой спокойный, туристический. Видим гравировку Booster и маркировку стали. Сталь здесь Böhler N690. Обработка черный Stonewash. И вот такая Outdoor Knife. Надпись, гравировка, Drop Point, сужение к острию и так далее. Вторая модель уже с погружными ножнами. И на мой взгляд, такие ножны для этой модели подходят больше. Но вот я не первую модель вижу, что серый клинок, погружные кожаные ножны. Черный клинок, ножны Kydex. Так решила компания разделить, ну а мы лишь анализируем и демонстрируем. Здесь также обработка Stonewash, но в сером цвете. Рукоять, судя по всему, это микарта. Стянутый стяжками резьбовыми шестигранниками. Причем шестигранники тоже идут в цвет клинка, обратите внимание. Про сталь N690 я говорить не буду. Скажу, что она неплохая. Во многих итальянских брендах она фигурирует. Это Fox, это Extreme Ratio. Там она идет прям как серийное исполнение. Конечно, на российском рынке это, как говорится, более интересно смотрится. Не все модели идут с данной стали, хотя NC Custom, Kizler Supreme часто очень данную сталь используют. Что по ножу? Нож, повторюсь, спокойный, такой outdoor, bushcraft вариант. Мне они лично нравятся, спокойные у них геометрия клинка. Ну, давайте мы, наверное, будем мерить, и нам куда важнее демонстрация, как он выглядит и что он по параметрам имеет. 220 длина, 100 где-то, наверное, 4 миллиметра это клинок. По обуху мы имеем 4,35 и, конечно же, сведение. Вот так вот я мерю. Прям впритык с кромкой получается 0,39. Ну, чтобы не было вопросов. Вот если отступить даже немножко чуть-чуть от кромки, все равно 0,4 мы имеем. Прекрасно сведенный, конечно, такой нож для тех, кто любит на природе готовить, работать с фруктами, овощами и прочими продуктами, этот нож будет вполне и вполне кстати. Ну, здесь немножко побольше, 0,5. Я считаю, что сведение 0,5 это самое такое оптимальное. У этой модели немножко побольше. Вот. Что касается веса, мы, наверное, их взвесим. Посмотрим, как вес разнится в кайдексе и в погружных ножнах, в предыдущих ножах. Эта величина была не сильно отличимая. Вот у нас получается 150 грамм. Это без ножен. И 204 с ножнами. И в черном исполнении те же 150. И в кайдексе, я думаю, будет полегче. Да, 192. Ну, вот как-то так. Нож Booster от NC Custom. Всех благодарю за просмотр. Надеюсь, были информативны.